Когда мне сделали это предложение, у меня было 3 часа подумать. 5 лет на посту губернатора Архангельской области. Встреча с президентом, пятница указ, воскресенье я был уже. Почему нового губернатора многие встретили в штыки? Потому что каждый считал, что это мой угол, я здесь хозяин, не лезьте ко мне. Для меня это было неприемлемо. Что произошло между губернатором и бывшим мэром Архангельска? Неприятие оппозиции. Виктор Николаевич сегодня сенатор. Меня этот результат вполне устраивает. Что будет со стройкой на площади у морского речного вокзала? Уродование лица города. Те люди, которые строили это здание, они должны его разобрать. Петербургский журналист Виталий Лукашов, выросший на Поморье, приехал в Архангельск и задал губернатору вопросы. Это, наверное, было предложение, от которого вряд ли можно было отказаться. О хорошем. Архангельская область молодец. Она в передовиках. О плохом. Не устраивает система ЖКХ, не устраивает целый ряд дорог, не устраивает, что Архангельская область не является лучшим регионом Российской Федерации. К 80-летию Архангельской области фильм «Игорь Орлов» о хорошем и плохом. Скоро.